Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутлар. На первой береговой линии продается трехкомнатная квартира. Срочная продажа по очень хорошей цене. Настройщик Курсафер, €20. Вот такой проект ультралюкс на первой береговой линии. В той стороне у нас море. Проход к морю у нас в той стороне. Наземный проход, подземного прохода нету. Исходная дорожка, вот я отсюда вижу. Спускаемся вниз, открытая парковка. Вот в таком стиле. Также под каждым зданием есть открытая парковка. Здесь у нас просторно большой бассейн, две горочки. Не получается, зонтики, шезлонги, все есть. Квартира продается в этом блоке. Напрямую от собственника. Значит, здесь у нас открытый бассейн, сауна, хамам и зона отдыха. Так. Вот у нас открытый бассейн. Но там темно. Сауна, хамам и вот зона отдыха. В этой стороне у нас фитнес-зал, айда тут 300 лир. Только сдали в эксплуатацию, как 4 месяца. Вот здесь теннисный стол, игровая зона. В этой стороне у нас фитнес, также в том блоке есть второй фитнес. Тут лобби, элитный комплекс. Вот такой столчик, грибочки. Вот открыта парковка также с этой стороны и с той стороны у нас. Не упускайте, эта квартирка шанс, так как очень хорошая цена. Сейчас быстренько поднимусь наверх. Также здесь есть теннисный стол. Вот еще один фитнес-зал. В этой стороне у нас детская игровая комната. И вроде все. Поднимаемся наверх. Два лифта. Вместимость 8 человек. Орел взлетел высоко. Строил качественный застройщик Курсафер. Проект называется €20. Вот такой вид. Ох, как красиво. Просторный балкон. На пляже у нас сегодня волны. Есть вся инфраструктура. Открытый бассейн. Тут у нас открытый бассейн, сауна, хамам. Кажется, рыбская парная там была. Два фитнеса и там, и тут. Открытая парковка. В той стороне у нас кое-как крытая парковка. Вот такой просторный балкон. Также вид в сторону Газипаши. Вот это Утопия отель. Утопия. Так. Входим в хозяйскую спальню. Вот такая спальня. Здесь где-то минимум 12-11 квадратных метров. Качественные стройматериалы. Коридор. Здесь у нас санузел. Вот, с душевой кабинкой. Тут гостиная. Какая красота. Совмещенная с кухней. Что отсюда есть вид на крепость Лани. Алюминиевые окна. И вот так открывается, и так открывается. Так.
и дополнительная спальня. В квартире один санузел. Так. Дорогие зрители, 90 квадратных метров. Цена этой квартиры 158 тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Нам это очень важно. Тут цены высокие, так как люкс проект, у нас вот такая ликвидная квартира. Обращайтесь. Обставить квартиру обойдется где-то минимум 4000 евро среднего качества товара. Все, с вами была Гаси из Солнечного Алания района. Всем пока-пока.